Добрий ранок, ми з України. Ночі, крім тих обстрілів, було ще один і прилетіло в жилкоп. У нас двоє погибших гражданських добавилось, к сожалению. Значит, ми зарегістрували 8 перших батальйонів добровольних територіальної оборони, дополнительно к ТРО. Вот, чтобы там раздули уже, что у нас тут подразделений куча. 8 пока еще подходит на регистрацию комплектуемых. В виде информации мы понимаем, что происходит у военных орков, какое настроение, что они там все говорят, они меняют, ротируют и тому подобное. Но показательно, крымчане, которые знают, что происходит, да, скажем так, сейчас не массово бегут, но начинают перемещаться из нашего Крыма, временно оккупированного, в сторону России. То есть они видят, что происходит, и думают, ну его подальше, и начинают перемещаться по мосту на какое-то время или навсегда, не знаю, с Крыма. Боятся, что не может не радовать.